Многим американским клиентам криптовалютной биржи Coinbase неожиданно пришла налоговая форма 1099-К за 2017 год. Теперь пользователи, получившие более 200 переводов или более 20 тысяч долларов за год, обязаны предоставить данные о себе в налоговую службу США. Форму необходимо заполнять не только обычным клиентам, но и пользователям так называемых бизнес-аккаунтов, с помощью которых производится оплата товаров и услуг, а также собственникам счетов на платформе GDEX. Онлайн-форумы и социальные сети заполнены жалобами от участников криптосообщества. В топе обсуждения суммы налогов, превышающие ожидания, внезапность введения данных норм и сам факт необходимости передачи информации о криптотранзакциях в IRS.